Тревожное сообщение пришло из Голубой бухты в районе Севастополя. Там один отдыхающий утонул, а 14-летнего подростка спасали водолазы МЧС России. ЧП произошло в половине седьмого вечера. Двое мужчин и ребенок, несмотря на сильный шторм, а волны достигали 1,5 метров, отправились купаться. Выбраться из воды самостоятельно практически было уже невозможно. Один мужчина ушел под воду, второй спасся, мальчик выбрался на скалу. Спасатели вызвали очевидцы происшествия. После спецоперации водолазы мальчика передали сотрудникам скорой помощи и приступили к поиску утонувшего. Но из-за увеличения волн поисковые работы были приостановлены. Сотрудники МЧС предупреждают, купание в шторм опасно для жизни.